Доброго дня. Хочу подякувати організаторів цього заходу мати нагоду спілкування в такому широкому загалі. І хочу перевести одразу, так як є за браком часу, перевести нашу співбесіду практичну дискусію. Хочу одразу перевести нашу розмову в практичну дискусію, за браком часу. Якщо потім будуть питання, окремо можете звертатися. Дійсно, створення ОСББ – це дуже прогресивна діяльність. І основною перевагою ОСББ – це є те, що є можливість створити окремого балансу будинку. Ті будинки, які не входять до складу ОСББ або ЖБК, на сьогоднішній день не мають окремого балансу, і квартирна плата, вона більше нагадує податок, ніж плата за якісь отримані послуги. Як з практики у нас в Києві, то ті будинки, які не мають ОСББ, гроші перераховуються на розрахунковий центр, і що з тими грошима потім робиться, ніхто не знає, не можна сформувати ні один із фондів на капітальний ремонт і поточний ремонт. Тобто є проблеми, і неможливо проконтролювати ці фінансові потоки, які надходять під квартплату. При створенні ОСББ є така можливість, і це дуже добре. Дуже добре. Проблемні питання, які є, на мою думку, в ОСББ, тут, звичайно, ще висловлять ті питання, які, проблемні питання, які є. Але, на мою думку, хочу зазначити, що на те, що дійсно проблемою в ОСББ є ще дуже складна процедура прийняття рішень. Процедуру прийняття рішень в ОСББ можна порівняти з процедурою акціонерного товариства. І з цього приводу голови правління ОСББ повинні бути висококваліфікованими спеціалістами, що, на жаль, в окремих випадках неможливо знайти в окремому будинку. Особливо, якщо будинок, так би мовити, складається з небагатьох квартир. Є такі будиночки і по 10, і по 15 квартир. І спробуйте знайти там спеціаліста і когось заставити чи призначити головою управління ОСББ. Законом про ОСББ також не визначений цей критерій багатоквартирний будинок. Це може бути від двох і більше квартир. Відсутність. Ще одна проблема, з якою стикається не тільки ОСББ, а всі. Доброго дня, шановні колеги. Я, якщо можна, перейду на російську, тому що мені повезло сьогодні виступати після нацкомпослуг, і у мене дуже багато накопилось. І немножко переформатирую тоді своє виступлення, тому що дискусія буде, я так розумію, сьогодні дуже гарячою. Мое выступление называется «Роль общественности в формировании государственной политики». И здесь я бы очень хотела рассказать о деятельности Национального совета, который был создан для того, чтобы создать своего рода правила дорожного движения для деятельности эффективного собственника на всех возможных уровнях, которые есть в стране, начиная от взаимоотношений внутри дома и заканчивая работой с теми же государственными органами власти. Принципы работы – это анализ изначально членами самих Национального совета, анализ тех проблем, которые существуют на региональном уровне. Формируют они общую проблематику этих вопросов, сводят это все и отправляют после электронного опроса, приходят к какому-то единому мнению. Зачастую эта дискуссия тоже бывает очень такая жестокая, жесткая и с криками однозначно, потому что у нас достаточно демократическое такое общество, представленное в Нацсовете. Мы неоднократно писали обращения, переписываясь со всевозможными органами власти и понимая, что идеология создания была решить
какую-то проблематику. Зачастую политически принимаются решения обращаться от всех регионов. Иногда это обращение в целом после заседаний от всего нацсовета. Также существует работа рабочих групп по направлениям, в которой представлены большинство членов нацсовета и работают с представителями власти. Это однозначные заседания нацсовета, на которые мы пытаемся вынести уже сформированную проблематику и какие-то решения работы рабочих групп. Ну и однозначно работа со средствами массовой информации, высветление этих всех вопросов в интернет-пространстве для того, чтобы информировать тех, кто не представлен, а также региональные рады. Проведено большое количество заседаний, но в 2013 году это вопрос одним из актуальных был льготы и субсидии. Немножко остановлюсь на этом. Льготы и субсидии в многих городах возмещаются по взносам, в некоторых городах требуют утверждения тарифов. Мы сейчас даже не говорим о задержке по выплате управлениями соцзащиты, мы говорим только о том, что конкретно начисляется. В рамках работы рабочей группы при нацсовете было вместе с Министерством социальной политики было принято решение для того, чтобы не утверждать тарифы, но ограничить как-то максимальную выплату по начислению льгот и субсидий, кабинетом министров должно было быть утверждено постановление, в котором по максимальной стоимости затрат внутри дома происходит возмещение льгот и субсидий. Не выше ограничивать, не выше, чем тариф, утвержденный в данном городе, но по протокольному решению конкретного общего собрания. К сожалению, 4 сентября на заседании Кабинета министров по какой-то нелепой случайности это утвержденное уже согласованный документ всеми ведомствами и министерствами не был утвержден. Сейчас на последнем заседании Национального совета мы еще раз утвердили поддержать однозначно инициативу Министерства социальной политики, и этот документ должен зайти в Кабинет министров еще раз. Одним из проблемных вопросов были крышные котельные и стоимость газа для крышных котелен. Вот на этой неделе мы наконец-то получили письмо от НКРЭ, в котором четко прописано, что все-таки цена в 1300 гривен является основной для крышных котелен. Очень много рабочих групп было, вот можно посмотреть, и три заседания, в том числе выездное заседание в Луцке, на котором обсуждались вопросы кредитования. Но вопросы кредитования, это, конечно, очень важно, но до тех пор, пока мы не решим проблематику, в том числе и с монополистами, наверное, говорить о кредитовании будет невозможно. Ну, самой главной проблемой в работе Национального совета, я считаю, игнорирование центральных органов власти, многих заседаний Национального совета, ну и сути самой вообще понимания, для чего созданы эти объединения. В том числе и национальный регулятор по жилищно-коммунальным услугам ни единого раза, ни на одну рабочую группу, к сожалению, ни разу не пришел. Здесь очень важно, что Национальный совет отстаивает позицию не просто возможности прямых договоров, а право выбора. Есть дома, которые хотят быть коллективным заказчиком. Национальный совет со своего первого заседания обращался в Нацкомпослуг для того, чтобы были разработаны типовые формы договоров, которые сегодня являются не просто актуальной потребностью этих ОСМД, а невозможностью работы между исполнителями, которые все-таки, несмотря ни на что, в 13-ю статью закона про жилищно-коммунальные услуги еще никто не вносил изменения, и формулировка и перечень тех жилищно-коммунальных услуг остался прежним. Поэтому мы обращались неоднократно с просьбой не просто встретиться с членами Нацсовета, а провести широкое вообще обсуждение стратегии развития жилищно-коммунального сектора именно во взаимоотношениях между монополистами и объединениями, а также каждым потребителем, потому что у нас, обсуждая вопросы ОСМД, невозможно говорить только об ОСМД или ЖСК. Остается львиная доля домов, где не созданы ОСМД, и решая проблемы только ОСМД, мы все равно возвращаемся к тому, что мы должны обсуждать правила игры на этом рынке оказания услуг для всех жителей нашей страны. А они сегодня уже не соответствуют ничему.
На последнем заседании по этим вопросам Национальный совет обратился к Азарову Николаю Яновичу с открытым письмом, в том числе это и игнорирование центральными органами власти, это поддержка постановления Кабинета министров по льготам и субсидиям. И также мы обсуждали очень много вопросов, которые были решены. Это поддержка законопроекта про особенности права собственности. Это не поддержка законопроекта так называемого в народе имени Киленкарова-Симоненко, который предлагает 17 тысяч ОСМД, прямая норма законопроекта о ликвидации ОСМД в стране. Это вопросы обратиться в Министерство финансов Украины с просьбой поддержать выделение 100 миллионов гривен с государственного бюджета для кредитования ОСМД. То есть те вопросы, которые решаются на уровне Национального совета, это и есть та коммуникация между общественностью, которая вопит на протяжении 4 лет и на каждом форуме говорит о проблематике, формирует свои требования к государственной власти с решением этих проблем. И этими центральными органами власти, которые должны урегулировать эти взаимоотношения. Однозначно хотела бы, чтобы сегодня мы в нашей резолюции отразили, опять же, может быть, уже в четвертый раз, но отразили взаимоотношения с монополиями как один из самых таких болезненных, без которого никакое кредитование в стране в принципе не пойдет. На этом бы, наверное, хотела закончить свое выступление. Спасибо за внимание. Вопросы по регламенту.